Пасмурная погода не помешала берлинцам отметить начало 2012 года традиционным массовым забегом. 1 января у Бранденбургских ворот, где всего несколько часов назад шумела новогодняя вечеринка, собралось более 3000 участников. Я не праздновал долго. К 4 утра я уже лег спать и проснулся в 9:30. Идет дождь, не очень сильный. Посмотрим. Мы все равно побежим. Участники говорят, что это хороший способ отметить начало нового года. Немного побегать, повеселиться и войти в новый год спортивно. 4-километровый маршрут забега проходит от Бранденбургских ворот по знаменитому бульвару Унтер-ден-Линден до Берлинского кафедрального собора и обратно. Принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие. Среди них можно встретить даже детей в колясках и собак на поводках. Под аплодисменты многочисленных зрителей бегуны пересекают финишную черту. Здесь их ждет горячий сладкий чай и диплом участника 41-го новогоднего забега.